Всем доброго времени суток! Сегодня хочу с вами сделать свиную рульку, запеченную в рукаве. Получается очень нежное, сочное и вкусное мясо. А также подписывайтесь на наш канал, у нас много простых и вкусных рецептов. Итак, давайте начнем. Итак, у меня вот такая рулечка свиная, примерно на 1,5 килограмма. Майонезик, аджичка, кетчуп и рукав для запекания. В принципе, все просто. Соль я добавлять не буду, потому что у меня уже аджика очень соленая. Но если у вас аджика не слишком соленая, то, конечно, еще нужно будет добавить соли. Добавляем все ингредиенты к нашей рулечке и хорошенечко перемешиваем. Промазали рульку со всех сторон очень обильно, чтобы она вся пропиталась. И, конечно же, лучше оставить мариноваться на ночь, но если времени нет и хочется быстрее ее схомячить, то дайте хотя бы пару часиков, чтобы она пропиталась и кожица стала нежненькой. Запаковываем рульку в рукав. Не забываем сделать пару дырочек в рукаве, чтобы пакет не лопнул в процессе запекания. И отправляем в духовку, разогретую на 180-200 градусов, минимум на 2 часа. Рулька готова. Пакет вскрывайте осторожненько, потому что там очень-очень жаркий пар идет. Вот можете увидеть здесь. Сейчас я ее вскрою. Но будьте осторожны, чтобы не обжечься. Вот наша рулечка и готова. Ароматная, румяная, зажаристая, сочная. Сейчас я ее разрежу. Запах, конечно, стоит просто обалденный. Вот как рулька смотрится в разрезе. Получилось очень сочное, нежное, мягкое. Всем желаю приятного аппетита, легких рецептов и всего вам самого-самого лучшего.